Всем привет! Вы на канале Криптомир. Здесь вы узнаете о новых стартапах, перспективных ICO и о баунти компаниях. Сегодня в обзоре платформа Genesis Vision. Доверительное управление при помощи блокчейн и смарт-контрактов. Это те моменты, которые выдвигают на несколько шагов вперед среди подобных проектов именно платформу Genesis Vision. Давайте узнаем, что предлагают нам разработчики этой платформы. Итак, Genesis Vision – это первая платформа для рынка частного доверительного управления, построенная на технологии блокчейн и смарт-контрактов. Блокчейн и смарт-контракты в этой области как нигде актуальны. Это безопасность, честность и надежность в осуществлении договоренностей по управлению нашими с вами деньгами группой профессионалов. Мы объединяем биржи, брокеров, трейдеров и инвесторов в децентрализованную, открытую, честную сеть, делая финансовый рынок еще более глобальным. Давайте посмотрим, что, каким образом будут осуществляться эти заявленные идеи. Кстати, надо сказать, что был получен отчет о сертификации, отчет ICO рейтинг, аудит интеллектуальных контрактов. Об этом все можно более подробно увидеть и почитать на сайте, а также в белой книге этого проекта. Это действительно уже готовый к реализации проект. Это готовая платформа, поэтому, пожалуйста, обратите внимание на это ICO, на этот продукт. По-моему, очень интересный инструмент для инвестирования. Давайте посмотрим, что еще хотят сказать нам разработчики. Все менеджеры, все брокеры, все финансовые инструменты, все виды активов в одном интерфейсе. Какие плюсы, преимущества для инвесторов? Все менеджеры и финансовые инструменты вместе, прозрачные инвестиции и распределение прибыли, надежная история торговли и статистика, это для инвесторов, для менеджеров и фондов. Фирменная собственная криптовалюта, неограниченное масштабирование торговой стратегии, инвестиции из фонда Genesis Vision. Для брокеров плюсы, увеличение объема торгов, абсолютно бесплатное участие. Все программное обеспечение является открытым исходным кодом. То есть, ну, это вот то, что, в общем-то, должно быть. И есть при условии того, что это заявленные инструменты будут осуществлены и реализованы на качественно-техническом уровне, это действительно будет очень серьезной платформой, которой будут пользоваться большое количество людей. Можно перечислить основные преимущества этого ICO. Итак, ICO сертифицировано. Также разработчики Genesis Vision, победители конкурса, они заняли первое место на конкурсе CheckRussia.ru в категории финансы и блокчейн. Также эта платформа очень обладает высоким уровнем безопасности. Сотрудники службы безопасности работают в лаборатории Касперского. То есть это говорит о том, что действительно есть момент, который будет обеспечивать очень высокий уровень безопасности. Также активна клиентская база. В сеть Genesis Vision входит более 400 существующих компаний уже. Глядя на дорожную карту, мы видим, что была проделана уже большая работа, и ребята не собираются останавливаться, много планов и большое развитие и разработка впереди. Более подробно можно узнать о дорожной карте здесь и в белой книге этого проекта. Так, информация по монетам. Genesis Vision имеет свой собственный токен GVT. GVT основан на стандарте ERC-20 и Ethereum. GVT будет свободно торговаться на криптообменах, криптобиржах. Всего токенов для продажи будет представлено 33 миллиона токенов GVT. Все токены будут созданы в течение периода ICO. Количество токенов ограничено до 44 миллионов токенов. Последующая выдача токенов технически невозможна. Нереализованные токены во время ICO будут уничтожены. Получение прибыли от токенов GVT. Информация о GVT.
GVT-токены станут ядром экосистемы GV. GVT будет использоваться для всей инвестиционной операции, во всех инвестиционных операциях и распределения прибыли внутри платформы. То есть это отношение между инвестором и менеджером. Поскольку количество токенов ограничено и последующая выдача не разрешена, цена GVT будет определяться по требованию. Цены токенов, токены торговцев на внутреннем обмене. Торрент – это торговцев на внутреннем обмене. Спрос на GVT будет расти из-за следующих факторов. Продуманный план развития и маркетинга, активная клиентская база, увеличение объема торговли наших членов сети. То есть это отношение инвестор и инвестор. Обратите внимание на это ICO, на эту платформу. Действительно очень интересный и хорошо подготовленный проект. Ознакомьтесь с дорожной картой этого проекта, с дорожной картой, с белой бумагой этого проекта. Также информация есть на сайте. Принимайте участие в этом ICO. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До встречи!